В области возросло число заболевших ОРВИ детей в возрасте до 2 лет. С таким заявлением выступили специалисты Роспотребнадзора. Эти показатели выше почти на 10% по сравнению с прошлым годом. А вот среди детей от 3 до 15 лет показатель заболеваемости находится в пределах нормы. В целях профилактики в регионе проводится вакцинация населения. Так, в области уже привито более 700 тысяч человек. Кроме того, подготовлены стационарные места в медучреждениях для приема больных на период обострения эпидемии. Специализированные курсы по оказанию помощи прошли 20 тысяч медицинских сотрудников региона. Всего в области на сегодняшний день 1266 инфекционных коек, в том числе 443 койки для взрослого населения и 823 для детей. С целью обеспечения доступности и оказания стационарной помощи больным подготовлен план перепрофилирования коечного фонда. В соответствии с указанным планом возможно дополнительное развертывание до 3129 инфекционных коек.